В Якутии есть хорошая традиция всех своих ветеранов войны, которые ныне проживают в Москве, чествовать в канун Дня Победы. Второй десяток лет в постоянном представительстве республики в столице России поздравляют ветеранов-якутян. По этому случаю руководство Госприятства дает обед для тех, кто пережил страшное лихолетие Великой Отечественной. Пусть этот праздник действительно будет основой развития нашей страны, единения нашей. Крепкого братства во имя будущих поколений наших земляков, в целом страны россиян. Хочу вам пожелать много здоровья и радостного настроения. А далее нарядные, с орденами и медалями на груди, ветераны подняли бокалы за победу и за тех, кто не вернулся с поля боя. После минуты молчания для гостей был дан небольшой концерт, где ключевым номером можно назвать песню в исполнении Марии Белоцерковской о семье Малгиных из Такинского улуса. А вы где встретили День Победы? Я в Чите, где служил, там встретил. Сначала с утра мы ничего не знали. Должны были выехать на полевые эти тактические занятия на неделю. И кухню отправили вперед, чтобы обед там готовили. А мы пока собрались в этот момент, это событие такое победы, и нас митингом задержали, отменили это занятие. Ну, радость такая была. Наталья Сазонова, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.